одна из мудростей Востока говорит о том, что чтобы постичь знания и мудрость, познать мир и увидеть его истинную суть, нужно смотреть на него, на окружающий нас мир, глазами ребенка. Дети иногда — это лучше наши учителя. Учителя в плане души. Я хочу просто призвать вас посмотреть в себя и вспомнить и найти свою детскую душу. И уже этими глазами своей души, чистой, простой, незагрязненной социальными всякими планами, рассудком, умом, посмотреть на мир. Он будет гораздо красивее.